рамках передачи «Культурная эволюция» предлагаем вашему вниманию запись лекции концерта «Несколько сцен из жизни Иоганна Себастьяна Баха», предоставленную культурно-просветительским центром «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли. Обычно каждый раз я быстро выхожу на сцену, и сразу начинается композиция, но сейчас я должен сказать несколько слов. Иоганн Себастьян Бах. Что нам о нем известно? В сущности, так мало. Далекий 17 век. Сухие строчки из учебника по мус-литературе. Но каким он был на самом деле? О чем он думал? Что чувствовал? Что его волновало больше всего на свете? Как беспомощно стоит историк со всеми своими вопросами перед знаменитым портретом Баха, на котором изображен пожилой, грузный и мрачный композитор. Бах молчит. С не самыми радужными надеждами принимался и я за работу. Книга, книга, еще раз книга. Бах молчал. И вдруг в какой-то момент на грани сна и яви я как будто оказался на улице маленького немецкого города и увидел быстро-быстро идущего вдоль здания молодого человека, на поясе у которого висела шпага. Это был Бах. Так мы с ним встретились впервые. И все же история не складывалась. Факты, события, фрагменты редких воспоминаний – не выстраивались в единую картину. Спешивший куда-то молодой человек скрылся за поворотом и исчез, он больше не появлялся. И тогда я решил, что, наверное, рассказа о Бахе не будет. Но однажды я зашел в этот зал. На сцене играл на рояле музыку Баха Александр Миронов. Это были волшебные часы, никого не было в зале, но все было полно какого-то невидимого присутствия. И вдруг передо мной, в моем сознании, стали возникать яркие вспышки образы. И я увидел всю эту историю, которую сейчас увидите и вы. «11 ноября 1706 года. Тюрингия, Арнштадт. Заседание графской консистории по делу органиста новой церкви Иоганна Себастьяна Баха. Органист Бах, объясните, где вы так долго были в последнее время и от кого получили разрешение на отлучку?» Члены совета восседали за большим резным столом в темных одеждах с длинными рукавами и явно наслаждались атмосферой судилища. Я был в Любеке, чтобы совершенствовать свое мастерство. «Разрешение предварительно просил у господина суперинтенданта», — ответил городской органист. «Господин суперинтендант, так ли это?» «Такого разрешения я не давал», – выпалил позеленевший чиновник. «Бах отпросился со службы на 2 недели, а явился через 2 месяца». «Органист Бах, ну, что вы на это скажете?» Я оставил замену, и мой помощник справился со всеми задачами без нареканий. Судьи буравили глазами дерзкого молодого человека, невысокого роста, с открытым взглядом. Он отвечал на все вопросы сдержанно и спокойно, всем видом демонстрируя несокрушимую уверенность в собственной правоте. «Каков наглец!» — кипели судьи. «Не признает вины. Ушел в Любек за 300 километров за неимением средств на карету пешком.
слушать органные концерты. А как держится, будто Цезарь, мальчишка. Органист Бах, это обвинение против вас не единственное. Один из членов консистории понукающе кивнул писарю, и тот заскрипел гусиным пером в протоколе. Мы ставим в вину органисту Баху, что он делал в хорале странные вариации и примешивал странные тона, которые приводили прихожан в смущение. Кроме того, не велось музыкальное преподавание. Органист Бах не занимался с учениками. Наконец, мы желаем знать, на каком основании он позволил музицировать в хоре посторонней девице. «Да молчит женщина в церкви», сказано апостолом Павлом. В зале повисла тишина. Присутствующие замерли, уставившись на органиста, которого еще минута и обвинят в ереси. Бах побледнел, но не дрогнул. Ответ молнией вспыхнул у него в голове. «Поход в Любек для вас только повод». «Конечно, все дело в музыке. Ваша музыка должна быть холодной, сухой, скупой, бесчувственной. Ваша музыка, но не моя и не Божья. Какой смысл в глупых правилах? Кто сказал, что хоралы не могут быть красивыми, взывающими к любви? Разве не сам Господь, первый художник, заповедал Адаму и Еве служение красоте? И разве Бог не любовь?» «Вы забыли о разговоре Христа с фарисеями? Горе вам, книжники, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не пускаете. Горе вам, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, слепые вожди». «Это я не занимаюсь с учениками. Я жду любого, кто захочет учиться и готов все сделать бесплатно. Но именно того, кто хочет учиться, а не вальяжных недорослей, отлынивающих от репетиций». «Да молчит женщина в церкви». «Да, такие слова есть в послании апостола Павла Коринфянам. Но прочтите внимательно. Они касаются не женщин вообще, а женщин Коринфа. В Коринфской церкви были тогда какие-то нестроения, исходившие от каких-то конкретных женщин. Жены ваши в церквах да молчат. Коринфские жены, они жены вообще. И почему женщина не может петь в хоре вместе с мужчиной славить Господа? Доколе ваши заскорузлые суждения будут пятнать и порицать истину, перегораживая ей к людям дорогу? Да, Бах имел что сказать, но невероятным усилием унял порыв благородной ярости и сквозь зубы проговорил: «По всем этим вопросам я ранее беседовал с настоятелем храма. Повторяться не буду». «Уже докладывал магистру Утте», — перебросил гусиное перо на новый лист бумаги писарь. А судьи погрузились в раздумья. Серьезное наказание для Баха не входило в их планы. Даже самые отъявленные ретрограды сознавали, что городу повезло с органистом. Своим искусством он владел превосходно. Баха приглашали проверять инструменты, и он подсказывал, какой клапан затянуть, какую трубу подточить. Кому-то вместо ремонта посоветовал подтесать колонну напротив органа, и звук стал безупречным. А музыку, нарушающую каноны, он играть перестанет, —
заставим. Не таких заставляли. Не остыл еще пепел костров инквизиции. И судьи продиктовали писарю решение дать органисту Баху 8-дневный срок, после чего потребовать от него окончательного заявления. Из зала консистории Бах вышел с прямой спиной. В коридоре, как ни в чем не бывало, надел треуголку, пристегнул шпагу, а на улице потянул носом морозный воздух и закурил трубку. Подумать и успокоиться. В поле, у края леса, его дожидалась Мария. Мне нужно с ней все обсудить. Хотя, что обсуждать? Что делать, ясно. Прощай, угрюмый ханжа Арнштадт. Мария, кутаясь в шубку, стояла у деревца. Бах подхватил девушку на руки и, крепко поцеловав, закружил. Она засмеялась, поняв, все обошлось, и легонько хлопнула его по макушке. «Поставь меня на землю и расскажи, какое решение?» «У них решения еще нет, а у меня есть. Мы уезжаем». «Куда? И кто это мы, Йохан? Ты уезжаешь?» «Нет, мы уезжаем». Бах опустился на одно колено и только теперь дрогнувшим голосом произнес: «Марийхен, милая, я хочу, чтобы ты стала моей женой». «Всемирная слава, лишь призрак, когда ты, любимый, не признан. Хочу я быть всеми забытым и только в тебе знаменитым. А чем я тебя обольщаю? Бессмертие во мне обещаю. Такую внутри меня славу, которой достойна по праву. Ни на кого не похожая, веселая и смелая красавица Мария Барбара была троюродной сестрой музыканта. Он позвал ее в церковный хор, и впервые под суровыми сводами Арнштадтской кирхи легко и проникновенно зазвенела сопрано. Так они стали видеться постоянно, и вскоре Бах понял, что больше не может провести без нее ни дня. Однажды возле графского замка их окружили 5 молодчиков, вооруженных дубинками. Один из них был фаготистом, которому было указано на леность в занятиях, и который решил таким образом расквитаться с учителем. Он замахнулся и едва не задел Марию. Йохан, рассвирепев, выхватил шпагу и всего парой ловких ударов обратил нападающих в бегство. Рыцарь. На предложение руки и сердца Марийхен, сияя, ответила «да». Йохан вновь поднял ее на руки и вновь закружил. «Пусти, ну пусти же!» Золотистый смех девушки таял в лучах солнца, которое, словно отзываясь на рождение новой семьи, стало чуть-чуть теплее. Потом они долго бродили по полю, вдоль леса и планировали будущее, в котором, конечно же, должны были быть большой и уютный дом, много детей, неугомонных маленьких Бахов и обязательно счастье. Прильнув к плечу любимого, Мария робко сказала: «И все же я прошу тебя, будь, пожалуйста, осторожен ради меня». «Да, я так и сделал сегодня», — улыбнулся Йохан.
что сделал? Был осторожен ради тебя. В 1707 году, после 3 лет пребывания в Арнштадте, Бах переехал в Мюльхаузен и поступил на должность органиста в церкви Святого Власия, где и обвенчался с Марией. Весть о талантливом музыканте распространялась по Германии быстрее ветра. Его звали в разные города, но везде Бах невольно вступал в конфликты с начальством, защищая свою независимость и, снимая семью с насиженного места, трогался дальше. Спустя почти 3 века, в 1970 году в Америке, будет опубликована повесть-притча дальнего потомка композитора Ричарда Баха о чайке по имени Джонатан Ливингстон. Уже маленьким Джонатан, открыв радость свободного полета, нарушал все запреты. «Сынок, если ты будешь летать не так, как все, стая прогонит тебя», — предупреждали родители. Но Джонатан был бессилен перед собой. И каждый раз, расправляя крылья, он искал новую фигуру, наслаждаясь воздушным потоком. Его изгнали. Но движение вперед рано или поздно побеждает предрассудки и косность. И вот уже Джонатан учит молодых чаек секретам открытой им техники, объясняя, что каждый имеет право летать по-своему, и что ничто не должно стеснять нашу свободу. Даже закон стаи задает кто-то самый страшный вопрос. И Джонатан говорит: «Существует только один истинный закон, тот, который помогает стать свободным. Другого закона нет». «1717 год, Дрезден. Дом премьер-министра Саксонии графа Флеминга. Ну где же этот маршан? Когда он приедет?» Организаторы музыкального турнира были вне себя от волнения. Еще бы, сам король Польши, Август II, приехал послушать, как будут соревноваться 2 лучших музыканта Европы — француз Луи Маршан и Иоганн Себастьян Бах. Часы на городской ратуше давно пробили полдень, а Маршана все не было. Заболел, попал в беду. Маршан был абсолютным чемпионом. И во Франции, и в Италии, и в других странах Европы он мерился силами с самыми виртуозными органистами. И всегда побеждал, упиваясь триумфом. Теперь ему предстояло сойтись в схватке с Бахом, которого зазвали в Дрезден. Накануне вечером они уже встречались. Маршан давал концерт во дворце, а Баху король позволил присутствовать, но инкогнито. Француз сыграл самую свою красивую пьесу. Зрители были в восторге. Какая чистота исполнения, плавность и глубина! И тут король предложил Баху показать свое искусство. Бах сел за клавесин и сыграл всю пьесу Маршана, которую услышал впервые. Такого на турнирах еще не бывало. Француз обомлел, а Бах все играл и играл, украшая пьесу множеством вариаций. Последний аккорд утонул в громе оваций. Чтобы хоть как-то поддержать свой пошатнувшийся авторитет, Маршан предложил сопернику посостязаться в умении читать с листа и предложил самые трудные ноты. Но Бах, к изумлению зала, перевернул ноты.
и без единой ошибки исполнил все произведение от начала и до конца. У Маршана остался единственный шанс на победу – состязание в игре на органе. И вот уже вышли все сроки, а Маршан так и не появился. Из гостиницы прибежал посыльный и сообщил, что ранним утром гастролер-иностранец покинул Дрезден. Публика ликовала. Немецкий музыкант превзошел по уровню мастерства француза. Не каждому по ноге сапоги Баха. Сам победитель, впрочем, не получил награды. Король велел выдать ему стол у Идоров, но деньги присвоили придворные. Платить какому-то шуту? Ну что вы, право. По дороге домой, сидя в карете, Бах грустно наблюдал за мелькавшим в окне пейзажем, одолевали мрачные мысли. Да не из-за денег, нужны ему их подачки. Не обиделся ли Маршан? Бах никогда не кичился своими успехами и был искренне благожелателен коллегам. Игру француза он считал превосходной. Нахлынули воспоминания. Он родился в немецком городке Эйзенах в многодетной семье. С начала XVI века род Бахов славился своей музыкальностью, и многие из его предков были флейтистами, скрипачами и органистами. Ходила даже поговорка: «Каждый Бах – музыкант». И каждый музыкант – Бах. Естественно, что Йохан взял инструмент в руки раньше, чем стал говорить. В его будущей профессии не сомневался никто. Но когда ему было 9 лет, умерла мама, а через год – отец. И ему почудилось, что смерть идет за ним по пятам, отбирая самых близких и любимых людей. Его забрал к себе старший брат, служивший в церкви органистом и взявшийся за его обучение. Йохан тянулся к знаниям, но уроки казались ему однообразными, скучными. И выяснив, что в закрытом шкафу хранятся творения композиторов, он по ночам при свете луны переписывал ноты. Есть музыка, в которой длится тишь, и входит внутрь, в души моей затишье. И если ты ее в себя вместишь, то может статься, сам себя услышишь. Священных звуков медленный прибой расскажет нам о нашей тайной силе, и ты внезапно встретишься с собой, как небо с морем, распростертым в штиле. Когда героический труд уже подходил к завершению, брат все-таки застал его на месте преступления и отобрал и оригинал, и копию. «Как ты мог ослушаться моего запрета? Ты мог себе испортить все зрение?» «Но я хочу играть взрослую музыку!» – протестовал застигнутый врасплох Йохан. «Тебе еще рано думать об этом!» – отрезал брат и услышал в ответ гордое. «Тогда я буду сочинять сам! Без музыки я не могу жить». В 15 лет Бах освободится из-под опеки брата, поступив в гимназию при монастыре святого Михаэля в Люнеберге. У него прекрасный голос и слух,
Он блестяще играет на органе и клавесине, и его охотно берут в монастырский хор. Отныне он может содержать себя, а самое важное, может изучать музыкальные произведения в богатой библиотеке. Неоспоримый факт. У Баха никогда не было учителей. Его учителем была сама музыка. После окончания гимназии Бах имел право на поступление в университет, но на продолжение учебы не было средств. Как-то раз он отправился в Гамбург и быстро растратил скудные запасы. Голодный, с пустыми карманами, остановился у трактира, откуда доносились вкусные запахи. И положение его от этого показалось ему еще более горестным. Неожиданно кто-то из постояльцев выбросил на улицу селедочные головы. Повинуясь инстинкту, Бах подобрал их. И не успел разломить первую, как из нее вывалился датский дукат. В остальных тоже было по монете. Бах и наелся вдоволь и провел в Гамбурге еще несколько дней. Мир не без добрых людей. В 18 лет он стал церковным органистом и вскоре завоевал уважение. Но его собственные сочинения – кантаты, сюиты, сонаты, фуги, оратории – не пользовались успехом. Бах создавал не просто фон для молитв, а богословие в звуках. Сидя на мессе и слушая красивую и какую-то необычайно глубокую музыку Баха, люди начинали размышлять о личном, о сокровенном, так как будто никакого посредника между ними и Богом не существовало. А это совсем не нравилось ни духовным, ни светским правителям. Музыка Генделя — вот это совсем другое дело. Георг Фридрих Гендель. Он родился в один год с Бахом и почти в той же местности, в городе Галле, но успел прославиться значительно больше. Мастер массовых жанров, обращенных к широкой публике, он обладал даром сочинять мелодии простые, яркие и радостные. Музыкальное шоу на открытом воздухе с трубами и фейерверками – изобретение Генделя. В 27 лет он оказался при английском дворе, очаровал королеву Анну музыкой в ее честь и тут же получил пожизненную пенсию в 200 фунтов. Однажды во время прогулки Гендель простился со своей компанией. «Я иду ужинать. Надеемся в приятном обществе. Разумеется, я и индюк. Как вы справитесь с целым индюком в одиночку? Почему же в одиночку? С картошкой, овощами и, конечно, десертом». Тщеславие его и самовлюбленность воспринимались окружением как должное. Признанный великим, кумиром Европы, Гендель имел возможность при жизни прочитать свою биографию и созерцать в городском парке Лондона памятник себе самому. Человек сильной воли, редкого обаяния и точного расчета, Гендель заводил полезные знакомства и умело делал ставки на высоких покровителей. Было что-то в его натуре, что заставляло аристократов относиться к нему не как к слуге, а как к другу и гостю. Сменивший королеву Анну, король Георг не благоволил Генделю. Гендель не растерялся.
устроил для нового монарха специальное шоу – музыку на воде. Лодка Георга плыла по Темзе, а вслед за ней шла баржа с 50 играющими музыкантами. Музыка была слышна на всем протяжении реки и ровным акустическим фоном по Лондону. Король был покорен сюрпризом, и Гендель мог снова горцевать на белом коне. Бах восхищался талантами Генделя, считал его прекрасным композитором и мечтал с ним познакомиться. Как-то раз Бах получил известие о том, что Гендель приехал в свой родной город повидаться с матерью. Легкий на подъем, Бах почтовой каретой отправился в Галле. Но в день приезда Баха, надо же такому случиться, Гендель уже уехал по своим делам дальше. Они были разные. У Генделя даже Библия получалась историей воителей и победителей, оптимистически бравурной. Баха влекло в Библии иное. Гендель был автором 40 опер, а у Баха не было ни одной оперы и вообще ничего для театра. Ровно 10 лет спустя Гендель снова появится в родном городе перед отъездом в Англию. И снова Бах соберется ехать к нему, но внезапно заболеет и попросит уважаемого мастера самого посетить его дом. Гендель ответит вежливым отказом. Они так никогда и не встретились. Впрочем, конечно, где Гендель, где Бах? К отсутствию интереса к своим произведениям Бах относился смиренно. Не нравится – пусть. Он знал, что даже если его не захочет слушать никто, он все равно не сможет остановиться. Бах не творил музыку. Она сама творилась в нем беспрестанно. Что бы ни было в радости и в скорби, и даже Мария не понимала, как он умудряется, несмотря ни на что, сочинять. Но это не значило, что мелодии рождались легко. Нет. Он добывал их, как скульптор, высекающий шедевр из камня, усидчиво, самоуглубленно, без снисхождения к своей боли и слабости. Так, перебирая в памяти картины из прошлого, Бах благополучно доехал до Веймара и выглянул из окошка. Когда Мария ждала мужа из поездки, она всегда выходила на дорогу и высматривала все проезжающие экипажи. Бах возражал, но спорить было бессмысленно. Вот и сейчас он увидел ее на знакомом углу, парящую взглядом над суетой и придерживающую рукой уже округлившийся животик. А вокруг нее прыгал вихрастый хулиган Вильхе. Йохан остановил карету и пошел к ним пешком, чтобы после объятий и поцелуев всем забраться в карету и доехать оставшийся кусочек пути вместе. Все мы жаждем успеха, но в жизни должно повести в главном. И это главное — не милости королей. И как хорошо, что они с Марийхен смотрят на мир одинаково
и она никогда не спрашивает наперед о деньгах, лишь прикасаясь к его щеке и повторяя: «Слава Богу, вернулся, как хорошо». После 10 лет добросовестной службы в Веймаре Бах занимал должность всего лишь помощника капельмейстера и не жаловался, хотя выполнял всю работу. Но когда открылась вакансия придворного дирижера, и у него были на нее все основания, а должность досталась бездарному сыну дирижера, Бах потребовал отставки. Но Веймар не Арнштадт. Здесь всеми делами вершил герцог. Герцог отреагировал жестко, посадил недовольного под арест. Слуга не имеет права подвергать сомнению высочайший указ. Музыкантов герцог вообще держал в ежовых рукавицах, по праздникам наряжал гайдуками, иных использовал на кухне. Можно сказать, что помощнику капельмейстера еще долго везло. В тюрьме Бах сочинял очаровательные полифонические миниатюры. Есть ли в мире волшебней, чем это, всей докуки земной вопреки, одиночество звука и цвета и падения последней строки? И не знают вельможные каты, что не всякая близость близка, и что в храм раминорной токаты недействительны их пропуска. А верная Мария носила мужу в камеру домашний обед, через месяц его выпустили, и вся семья немедленно переехала в Кётен, чему маленький Вильхи был отчаянно рад. Можно будет снова и всласть покататься в карете. Июнь 1720 года, Кётен. Мария сидела в кресле с вязанием. Йохан рядом перебирал за столом бумаги и что-то проговаривал про себя. А малыш Польди мирно посапывал в кроватке. Несмотря на постоянную боль, Мария не теряла самообладания и ничего не говорила мужу, чтобы не волновать. Она любила смотреть, как он работает, по-детски сосредоточенно поджимая губу. Сегодня Йохан работал рассеянно, терял записи, часто отвлекался, перебирал несколько листков и поднимал глаза на жену. Мария ждала ребенка, и он видел, что ей плохо. А князь Анхальт-Кеттенский затеял концерты в Карлсбаде. «Ты должен поехать, Йохан», — тихо сказала Мария, не отрываясь от вязания. «Князь так добр к тебе». «Да, до первого моего возражения», — с досадой откликнулся Бах и, встав из-за стола, начал ходить по комнате. «Все они одинаковы». «В любом случае, не трать здоровье. Чувствуешь, что накрывает черная тень? Подумай о музыке». Мария смотрела на мужа с нежностью. Она не встречала в своей жизни человека более доброго и скромного, не замкнувшегося на своих желаниях и страстях, а оставшегося открытым к миру и к людям, вопреки всем невзгодам. «Я стараюсь, Марихин, но нам надо уезжать из Кётена. Вечно ли, что ли, мне быть механической куклой с ключиком?»
танцующий по прихоти его высочества князя. Может быть, Гамбург? Стоит попробовать. Меня звали туда, но надо все выяснить. Я играл там недавно, свел важное знакомство. Ну сколько же я, мы будем скитаться, Марийхен? Ну сколько, ну скажи мне! Столько, сколько нужно. Пока не найдем наш город. Такого города в Германии нет. А искать счастье в чужих странах мы не можем себе позволить. Бог милостив, Йохан. А сейчас ты должен поехать в Карлсбад. А как же ты? Бах самым легким, почти воздушным касанием потрогал лоб жены. У тебя еще позавчера был жар. Дорогой ты мой доктор, я поправлюсь. Все будет в порядке. Мне есть кому помочь. У нас прекрасные соседи. Йохан помолчал, а потом подошел к Марии и, опустившись на колени, стал целовать ей руки. Я обещаю, слышишь, обещаю, что найду хорошее место. Во что бы то ни стало найду, и наш ребенок родится в новом, в нашем доме. Конечно, милый, а сейчас надо ехать, повторила с улыбкой Мария. Ты сам это понимаешь. Просто вбил себе в голову, что не можешь меня оставить. Говорю же тебе, я справлюсь. Я только туда и назад, стрелой. Поезжай. Я прошу, не надо дышать надо мной. Йохан посмотрел на изможденное, бледное лицо жены, и у него застрял комок в горле. Он должен, наконец, ей устроить нормальную жизнь. В карете до поворота Баха провожал только Вильхе, намеревавшийся до обеда собирать разноцветных жуков в коробочку. «Папа, ты скоро вернешься?» «Надеюсь, сынок. Приезжай поскорее, я буду тебя ждать». «Да не надо тебе меня ждать, Вильхе. Учи упражнения на клавесине, которые я тебе дал». «Выучу. Но ты же знаешь маму. Через неделю она будет меня каждый день посылать до поворота. Сходи, солнышко, поглядеть, не едет ли папа, не едет ли папа». И мальчик печально вздохнул. Йохан поцеловал сына на прощание, помог ему вылезти из кареты, чтобы не упасть, хотя Вильхи сопротивлялся, я сам. И достал рукописи, испещренные надписями. «Единому Богу слава» и «Иисус, помоги». Черновик оратории «Страсти по Матфею». Бах верил в Бога нелицемерно, читал Библию, исповедовался, причащался, но его христианство было необычным, глубоко мистическим. Не раз во время игры на органе его внутреннему взору представали яркие картины вспышки, неземные пространства, звезды, светила, города, сияющие немеркнущим светом. И увидел я новое небо и новую землю. Это было прямое богообщение. Среди нотных бумаг хранилась у Баха книга Иоанна Арнта «Истинное христианство». Музыка должна служить Богу и помогать человеку подниматься к Нему самостоятельно. В Карлсбаде Бах пробыл сравнительно недолго, сыграл несколько концертов и на свой страх и риск уехал назад,
предупредив князя через слуг. Мозг сверлила одна и та же мысль. Как Марийхин, нельзя было уезжать, оставлять ее одну, нельзя. Если она поправилась, сразу в Гамбург. Все перерыть, сделать невозможное, а найти новую работу. По мере приближения к Кётену тревога росла, гнал лошадей. Нельзя было уезжать, нельзя. Часто смотрел в окно, когда уже, наконец, знакомые леса. Издалека Бах увидел на повороте крошечную фигурку, которая вдруг мгновенно встрепенулась, качнулась и полетела к нему навстречу. «Останови! Останови!» — крикнул возница и почти на ходу выпрыгнул из кареты и бросился к сыну. Только подхватив Вильхи на руки, понял, что тот захлебывается слезами. «Почему ты плачешь? Что случилось? Вильхе! Вильхе, что?» Мальчик помолчал, прижимаясь к отцу, и прошептал. «Папа, я ждал тебя на повороте каждый день. Мама, мама!» На могилу жены Бах пошел один. Соседи рассказали, что сначала все было хорошо. Мария даже начала выходить в сад. Но в один из дней у нее начался жар. Послали за доктором, но доктор помочь не успел. Из последних слов ее разобрали только одно. Его имя. Йохан. Любила ты, и так, как ты, любить. Нет, никому еще не удавалось, о Господи, и это пережить. И так, чтоб сердце на клочки не разорвалось. У холмика с крестом на Кётенском кладбище Йохан простоял до ночи. Слез не было, но он сразу как-то весь окаменел, словно помертвел наполовину. Мария часто снилась ему на берегу какой-то реки. Она была не одна, за ручку ее держалась девочка. Йохан хотел переплыть реку, но как только он заходил в воду, видение исчезало, и он просыпался в холодном поту. Работу в Гамбурге Бах так и не получил. Священники предпочли ему посредственного органиста, который, однако, внес в церковную кассу 4000 марок. Но через полтора года в его доме появилась чудная девушка Анна Магдалена, которая стала играть с детьми. И для детей горе отступило. Талантливая певица, она стала Баху преданной помощницей. Бах увидел в этом провидение Божье и продолжил работать. Так появились бранденбургские концерты, «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею». Последними Бах особенно был доволен. Для премьеры отлаживал инструменты, репетировал с хором. Но публика отнеслась и к этому его сочинению безразлично. А одна благородная дама вынесла общий вердикт. И это он называет духовной ораторией. Такое впечатление, что мы попали в комическую оперу.
В Лейпциге советники магистрата не горели желанием приглашать Баха на должность кантора школы при церкви святого Фомы и согласились на его кандидатуру только после того, как им не удалось заманить в город двух действительно уважаемых музыкантов. На Баха тут же сбросили груз проблем, решать которые никто и не собирался. Предложенный им проект школьных реформ отвергли. На самом деле Бах нужен был магистрату лишь для того, чтобы было кого по случаю объявить виновным. Это удобно. Кантор ничего не делает. Кантор не дает объяснений. Кантор неисправим. Снизим ему жалование. Тем более, что церковники раскумекали. А ехать-то господину Баху больше некуда. Отдохновением был коллегиум мюзикум. В то время во многих немецких городах студенты университетов создавали городские ансамбли. В течение почти всего года коллегиум мюзикум дважды в неделю устраивал в Лейпциге концерты в кофейне Циммермана, располагавшейся недалеко от рыночной площади. Владелец кофейни предоставил музыкантам большой зал и приобрел несколько инструментов. А Бах любезно согласился коллегиум мюзикум возглавить. Он никогда не считал светскую музыку низким жанром и с удовольствием написал для ансамбля кофейную кантату. В Германии тогда необычайной популярностью стало пользоваться кофе. Немцы смотрели на новый напиток косо, предпочитая ему пиво. Власти тоже не были от кофе в восторге. Это что-то среднее между запахом старой обуви и сажей. И облагали кофейные дома налогами. Или пытались запретить их вовсе. Но Бах ничего не имел против кофе. Сюжет кантаты был ироничным и легким. Старый Шлендриан, по-немецки рутина, старый обычай, хочет отучить свою дочь Лисхен от кофе, которым она пристрастилась. Напрасно Лисхен умоляет отца не быть столь строгим. Она зачахнет без любимого напитка. Никакие уговоры на отца не действуют. Лисхен ради кофе отказывается от нарядов и развлечений. Отец угрожает ей, что выдаст ее замуж, вот тогда она образумится. Но Лисхен дает себе обещание не иметь дела с женихом, пока он не подпишет брачный контракт с условием разрешить ей пить кофе тогда, когда она это пожелает. Кофе нежнее поцелуя, слаще бисквита в вине. Ах, как вкусно, как сладко и радость сердцу. Ах, ах, налейте мне кофе скорей. Силы давала и семья. Вставали Бахи рано, с восходом солнца. Утренняя молитва, как приветствие новому дню, звучала светло и радостно. Молиться значит говорить с Богом. Конечно, общим для всех была музыка. Младшие сыновья разучивали легкие пьесы, старшие сочиняли. Анна Магдалена пела. Своей теплотой и оживленностью дом напоминал голубятню, где всегда было место умению немного посмеяться над папой. Бах любил засыпать под музыку. Вечером, когда он ложился спать, три его сына поочередно играли ему на клавесине. Подобные обязательные занятия очень досаждали детям, и самым сладким звуком для них
был мелодичный папин храп. Они заметили, что быстрее всего он засыпал под игру Кристиана, счастливчик. Быстренько усыпив отца, Кристиан ворвался на свободу. Как-то была очередь Эммануила. Он терпеть не мог эти вечерние упражнения. И как только услышал долгожданное посвистывание, моментально удрал от клавесина, оставив игру прямо на неразрешенном аккорде. Уже погруженный в сладкую дремоту, Бах моментально проснулся. Диссонанс. Диссонанс убивал его сон. Сначала он думал, что ребенок скоро вернется, но не тут-то было. Эммануил не возвращался. Бах долго ворочался в теплой постели, потом одним рывком отбросил одеяло и в кромешной темноте, натыкаясь на мебель, пробрался к инструменту и разрешил аккорд. А через минуту заснул. Все это было славно, но годы шли, время заканчивалось, а устроить композиторскую жизнь так и не удавалось. Бах пробовал снискать расположение короля Пруссии Фридриха II, но составил ему письмо без льстивых самоуничижений, обращаясь как к равному. Сквозь строки читалось «Я, Иоганн Себастьян Бах». Фридрих Великий посланием, к которому прилагался и музыкальный подарок, не заинтересовался. И лейпцигский кантор по-прежнему терпел брюзжание и недовольство начальства, которое, когда он занемог, поспешило подыскать ему преемника. А когда он поправился, огорчилось. Была зима 1749 года. С утра у Баха опять появилась резь в глазах. Очертания предметов расплывались, и он сжимал и сжимал веки, но зрение не возвращалось. Предвестие слепоты. Теперь Бах редко с кем-нибудь разговаривал по душам. Все диалоги были внутри. В то утро он оделся потеплее. Декабрь, близилось Рождество, и отправился погулять в одиночестве. Шел медленно, трудно, борясь с неповоротливыми ногами. Шел за город, в лес. Надежнее способа отогнать от себя вязкие мысли для него не было. Они с Марией всегда уходили от разных горестей в лес, к тишине и покою. Она вспоминалась ему с возрастом все чаще, видимо, в преддверии давно чаемой встречи. А Бог вне смерти, Бог на небе. Он среди тех немых пустот, куда уводит горный гребень, куда закатный луч ведет. А там, о, что же там такое, как в вещий глаз, в простор вглядись, разлив великого покоя, океаническая жизнь. Возле какой-то деревушки Бах остановился передохнуть и добрел до маленькой церковки. В
храме не было никого, кроме двух юных помощников пастора, снял рукавицы, перекрестился и попросил позволения поиграть на органе. «А вы умеете?» — недоверчиво уточнил старший. Бах молча положил руки на клавиши. Через полчаса, вежливо поклонившись, странный незнакомец покинул церковь, а ребята выскочили за ним на улицу и еще долго наблюдали за исчезающим в белом мареве почти совсем согнувшимся стариком. «Как ты думаешь, кто это был?» — спросил один. «Не знаю. Может быть, ангел? А кто еще мог бы так сыграть?» — ответил другой. При жизни самого Баха были напечатаны лишь единицы его произведений. Современники так и не узнали, что сочинения скромного церковного органиста были великим открытием в музыке. По всей Германии тогда гремела слава Георга Филиппа Телемана, композитора, чье имя теперь мало кому известно. Лишь спустя много десятилетий после смерти Баха будет открыт фантастический, космический мир его музыки. Это произойдет в 1829 году вместе с Берлинской певческой академией. Феликс Мендельсон подготовит и исполнит одно из самых сложных и прекрасных произведений Баха «Страсти по Матфею». С этого момента все великие композиторы мира — Шуман, Брамс, Вебер, Лист, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов — склонят головы перед величием его таланта. Бах в переводе с немецкого значит «ручей». И после одного из концертов Людвиг ван Бетховен, пришедший в восторг от прикосновения к чуду, воскликнет: «Нет, не ручей, не ручей, море, море должно быть имя ему». За роялем Александр Миронов. Спасибо, что вы пришли. В следующий раз нас ждет встреча с Сергеем Прокофьевым. До новых встреч, до новых мелодий!